конечно, финальная схватка была всегда тяжелая. Молодой парень выиграл хорошие полуфинальные схватки. Расслабляться нельзя было. Работал точно. Меньше отдать, больше взять. И я думаю, это получилось. Как тебе поддержка родной публики? Вот чувствуется, вы дома на Иксане. Здесь особенно болеют за наших ребят. Спасибо болельщикам. Тепло встретились. Каждое действие окрикивает, давай, делай. Бросай на 4. Это очень приятно, это хорошо. И публика толкала вперед, чтобы боролся. Я днем и ночью тренирую, чтобы поехать в Париж. И все делаю возможное, чтобы попасть туда. Будем готовиться и идти только вперед.